Вышло обновление Яндекс.Браузера для мобильных устройств на базе операционной системы Android. Главная особенность заключается в наличии новой функции для блокирования агрессивной рекламы «Антишок». Как объяснили в самом Яндексе, под агрессивной рекламой они подразумевают баннеры и всплывающие окна, которые маскируются под сообщения системы безопасности антивируса социальных сетей. Раскрыв такое сообщение, пользователь попадает на сайты рекламного характера, и это в лучшем случае. Часто подобные приемы используются для распространения вредоносного ПО или хакерских атак с целью завладеть личными данными. В новом Яндекс.Браузере для планшетов и смартфонов Android функция «Антишок» включена по умолчанию. Используя его для серфинга в сети, пользователи просто не увидят агрессивной рекламы. При желании новую защитную функцию можно отключить вручную в настройках приложения.